Это перчатка скафандра, накачанная воздухом. По руке видно, что сам скафандр не накачанный, а перчатку накачали. Потому что сделать такую перчатку, которую можно накачать, гораздо проще, чем сделать такой весь костюм. Именно по этой причине к перчатке на видео такое заостренное внимание. Здесь мы видим на космонавте Леонове обыкновенную обувку на шнурках. Заходим в Википедию, читаем, что это тот самый скафандр, смотрим на его фото и видим, что шнуровки никакой нет. Радует, что хоть какая-то доля совести есть, и хотя бы в музее они этот косяк все-таки убрали. А вот мы видим манжет, как на спортивных куртках. Каким-то мифическим способом он держит давление. А вот это шлюзовая камера. То есть мы должны поверить, что этот балахон, как его еще назвать, не знаю, тряпочка на каркасе, это шлюзовая камера, работающая при повышенном внутреннем давлении для перехода из корабля в космос и обратно. Это скафандр Нила Армстронга. Если в него нагнать комфортное для человека давление, он просто разлетится. Посмотрите на это, какие-то куски пластиковой трубы. Если нагнать давление, то в этих суставах изгиба не будет. Это равносильно, если согнуть накачанное автомобильное колесо. Давайте посмотрим наглядные эксперименты, что такое вакуум и что такое давление. Ну и теперь вопрос, мог бы этот балахон выдержать такое давление? А могли бы его выдержать все эти модифицированные спортивки?
Цистерна не выдерживает, а тут зимние спортивные костюмы со шлемами. Вырезали черное мусорное ведро, продели через голову, дали мотоциклетный шлем. Готово. Космическое давление не грозит. Хорошо, хоть на рукавах, на манжетах какую-то герметизацию изобразили. А то иногда даже это делать меняться. А вот еще видео, посмотрите, чем закрывают шлюз. А это официальное фото лунного модуля, с которого была произведена посадка на Луну. У кого детство было более полноценное, чем у нынешнего поколения, кто бегал с детворой и среди всего прочего строил шалаши, халабуды, или хотя бы просто кто когда-нибудь выбирался на природу с палаткой, тот понимает, что из себя представляет эта конструкция. В данном летательном монстре присутствуют фольга, пленка, картон, хозяйственный скотч, различные тряпочки, типичные палаточные дуги, каркасы и куча всякого подручного барахла. Но мы должны верить, что это летательный аппарат, покоривший Луну. Это вывод спутника на орбиту. Тоже кусок какой-то хрени, обклеенный фольгой. А вот еще какое-то корыто, похожее на коробку передач. Это показывают состыковку. Вот оно тут летит вперед. Раз, затормозило, назад полетело, вверх поднялось. Бок перекосилось и снова вперед. Но самое главное, мотор где? Где двигатель? Как оно летит вверх, назад, вбок? Это МКС. Вот что это такое? Какая-то пленка, фольга, оторвалась, отклеилась. Но им пофиг на нее, потому что люди и так спят, незачем париться. Ну ладно, предположим, оторвалась. Ведь заявляется, что это чудо летит со скоростью 8 км в секунду. И там еще разряженный воздух. Тогда вопрос, как этот чудо-аппарат не закручивают? Как его не разрывает в клочья? Как эти паруса при такой скорости держатся? А вот телескоп Хаббл, способный заглядывать в галактики на расстоянии от нас в миллиарды световых лет. Брать анализ воздуха, пробы грунта, как он это делает, как с помощью своих двухметровых зеркал видит на миллиарды световых лет. Что это за чудо-монстр? Как эта кастрюля на это способна? Вот посмотрите на его так называемые солнечные панели. Какая-то дрань, рвань, мусор, пленка на каких-то алюминиевых рейках. Корпус телескопа обмотан фольгой. А вот этот же телескоп в другое время. Вместо панелей то ли какая-то жесть, то ли брезент. В общем,